Ремонт в доме продолжается. Всем привет. И сегодня у нас идет под замену вот этот вот малыш. Некрасивый, неаккуратный и черный. Черный это самый, наверное, маркий цвет. У нас, слава богу, наконец-то пришла наша замена. Мы решили все-таки, ну, отчасти я где-то решил больше, потому что устали мучиться и выбирать. И на ближайшие пару лет мы купим, вернее, уже купили вот такую вот себе решеточку. Сейчас будет самое веселое это. Вынять эту. Я не знаю, как она там крепится. Возможно, просто лежит. Потому что потенциально, возможно, придется откручивать, высовывать плиту, чтобы поменять вот эту плиту. Духовку, вернее, высовывать, чем вот эту вот нашу поменять плиту. Ну, надеюсь, что все будет намного проще. Ну, а там сейчас посмотрим, что у нас будет. Давайте начнем с самого простого. Снимем решетки. Шо, готовимся. Опачки. Нет, там все-таки они, наверное, снизу. Ну-ка. В общем, это дело мне не поднимается, поэтому будем откручивать. Тут всего формально у нас должно быть раз шурупчик, два шурупчик. Газ у нас там перекрыт, на всякий случай. Чтобы вы знали. Плохо видно, но все же он там есть. Перекрыт. По коду выключатель для газовых аплайнсов, бытовой техники, в общем, все, что использует газ, должен быть в районе 6 фит от самого элемента. Ну, то есть, то ли это будет бойлер, то ли это будет плита, либо что-то еще газовое, что... либо что-то еще, что использует газ. Так, ну что, давайте откручиваем, пробуем. Я думаю, что там просто два этих крючочка, которые придерживают, потому что я поднимаю, но до конца поднять не могу. И все. Ну-ка, проверяем. О! Нормально. В идеале было что-нибудь подставить, чтобы пол не поцарапать. Ой, мне показалось, что я газ слышу. А газ-то отключен. Ты сюда, родной, аккуратненько. Тарин, тарин. Подложил такую дощечку. Давайте смотреть, что у нас там происходит. А, это отсюда звук какой-то электрический. Ну, знаете, что на всякий случай отключить. Это мало ли что, замкнет. Как я и подозревал, мои пальцы ломались из-за того, что вот эти шурупчики придерживали плиту к низу. Так, можно смело откручивать газ. У нас уже его. Видите? Вы не слышите? Нету. Откручиваем и вынимаем. Нам этот переходник еще, возможно, понадобится. О, как-то хорошо кто-то закручивал. Чересчур хорошо. О, есть. Теперь спокойно вынимаем. Я думаю, сейчас точно поднимется. Прикиньте, нет. Сейчас мне нужен вот этот вот переходник, который, походу, я сегодня не откручу и придется ехать за новым. За 10 лет он так, ну не то чтобы закорел, он просто нифига вообще не откручивается. Давай, друг. Я тут уже пощесывал. Это просто ужас. Ну, знаете, ничего страшного. Новый тоже, в принципе, хорошо, потому что внутри он, видите, какой желтовато-грязный. Посмотрю, если сейчас у меня в траке есть, то хорошо, если нет, то придется поехать покупить. И по закону всех законов, конечно же, мне понадобилось Home Depot. Сейчас идем в газовый отсек искать эту штукенцию, потому что я не открутил. Либо Вова слабак, либо мало кашки кушал. Та-та-ра-та. Это не то вообще-то. Вот, о, вот оно счастье, вот они тут, внизу. Даже? Даже потом. Вот оно счастье. 10-минутная поездка в магазин и $7. Пора заняться тем, что будем подключать. Тут защитная пленочка у нас такая. Есть у нас такое вот специальное для газовых соединений. Я купил даже новый на всякий случай. У меня есть старый. Но старый я не очень хочу, поэтому купил новый. Этому старому уже года 3. А этому году... чуть пальчик не порвал. Сначала мы вкручиваем сюда. А потом сюда, потому что здесь пластиковое, и в идеале, ну, чтобы не сломать, сначала сделаем все жесткие соединения без подключения к куктап, к панели, а потом уже подключим туда. Он такой жиденький, хорошо размазывается, хорошо заходит. Так, у нас тут есть направляющая. Ну, нам, в принципе, это не принципиально, здесь разный выход, маленький и большой, и нам надо вот в большой. Вкручиваемся до победы. Так, без включения получится. Еще неплохая вещь перед тем, как продолжать установочку, проверить, влезет ли по размерам новая плита сюда. Это очень хорошая идея. Бывает пол инча разницы и все, не лезет. Ну, пол инча. Бывает 1/16 инча и все. Момент истины.
Здесь подключение, смотрите, у нас пластмассовое, поэтому здесь нужно очень быть аккуратно, иначе можно навредить плите и себе, потому что придется потом все это сдавать. Так, мы близки к успеху. Давайте закручиваться. А снять пленочку? Пленочка — это для слабаков. Как хорошо заходит. Динг-динг-динг. Я не знаю, я думаю, тут от руки, наверное, достаточно будет, чем ключом. Чтобы не сломать, но только... Я доверну еще вот так, и все, так, газ идет в эту сторону, все правильно. Стрелочка так и говорит. Но если сломается, вы это услышите. Это не звуки того, что сломается, это просто усадка. Ну, где-то вот я чувствую вот здесь порог поломки. Перед тем, как я перейду к следующей проблеме, как вы думаете, чем еще полезно заниматься в то время, как ты делаешь в своем доме ремонт? Это покоптить мяско. Сегодня, вернее, вчера я купил ребрышки, и сегодня я их буду коптить. Я так давно этого ждал. Делаться это будет порядка 8-9 часов. И к концу дня, вернее, даже перед тем моментом, как ложиться спать, они будут готовы. К сожалению, по-другому график у меня не получается, чтобы я готовил, когда я буду дома. И поэтому я даже не знаю, буду пробовать их сегодня или куда. Но это мелочь. Переходим к проблеме. Когда я примерочно вставлял плиту, вы слышали звонкий звук, да? Звонкий звук, ну, в общем, масло масляное. И я об этом подумал на секундочку. Обычно прекрасные производители дают с собой сил, которые, резиночку, уплотнительную резиночку, которую вы ставите, в этом случае она должна ставиться на вот этот вот ободок. А вот у меня нифига нету. У меня есть конвертер-кит, чтобы на другой газ переделать. У меня есть как крепить к столешнице. И все, резиночки нет. И, соответственно, что Вова делает? Вова едет снова в магазин. Причем покупать буду не родной, потому что, соответственно, Home Depot родной не будет. А куплю что-нибудь плюс-минус похожее. Можно без нее тоже поставить, на самом деле. Потом, типа, засиликонить краешки. Но это некрасиво, не эстетично. Я куплю резинку, поставлю с этой стороны. То есть, когда я прижму панель вот эту вот к столешнице, резинка, которую я поставлю вот сюда, она еще дополнительно будет придавать... Ну, не жесткости, но то, что она будет стабильно стоять в одном месте. Поэтому, ну, что делаем? Едем в магазин. К моему счастью, нет предела. То мне пришлось ехать в Home Depot снова. Я люблю в Home Depot, но не просто так по мелочам ездить. Ладно, что поделаешь? Для себя же делаю. Да даже если бы не для себя делал, я все равно бы точно так же поехал в магазин. Я, по-моему, не в правильный отдел зашел. Или в правильный. Нам нужны специальные тукенцы. Наверное, не с этой стороны сейчас будут, справа. Чтобы они и липли, и нет. Я же вам говорю, они здесь, видите? Прям вот чуечка, душа у меня чуечка. Вот она. Резиночка, она делится пополам. Мы прикручиваем ее. Вообще для машин типа можно использовать. Но это вот прям для нас. Это то, что мы будем брать. А еще мне нужно дома сделать конкрет. Сделать переходы между бетонными плитами. Их засилить надо, чтобы водичка туда не шла. Поэтому сейчас еще что-нибудь купим для этого. Я же знал, что я в прошлый раз покупал. Вот эта офигенная штучка. Как бы никто практически никогда об этом не говорит, но вот мне прям вот это понравилось. Многие используют такие круглые фом, которые мне не всегда подходят. Они там до 3/4 размером продаются, по-моему. А это прям до инча. То есть вы, ну, опять же, если вам нужно быстро сделать, конечно, это может быть не лучший вариант. Но для себя дома поставили, день-два дали отдохнуть. И оно прям четко закрывает. Я вам сейчас покажу. Я в одну часть я это уже нанес. Надо будет сверху силикона. Вот смотрите, одно место я уже себе засиликонил. Но сначала, конечно же, положил вот такую штукенцию. А вот тут вот я позавчера, ну, потому что мне не хватило ее до конца. И надо одним разом сразу все махать, потому что оно самовыравнивающийся силикон. И вот видите, тут, где мне нужно больше, он распирает. Ой, боже, коровки, крылышки. Где нужно больше, он больше распирает, где меньше, меньше, вообще идеально. Потом силикончиком сверху бабах. Ну, это все выдуется, не переживайте, не то чтобы я сверху прям буду это ложить. Все, и будет красота, аккуратненько. Ну что, приступим. Знаете, в тот момент, когда в шаге было от окончания установки, но пришлось ехать. Ну, все, давайте. Что-то бас не хватит. Да не хватит, у меня же два ряда. Поэтому все, огонь. Смотрите, вообще почти впритык. Вот это вот тонкий расчет называется. Даже за много.
Много не мало. Куда ты липнешь, зараза, не туда. Не... Надо было не с угла начинать, ну ладно. Все. Офигительно, мне прям нравится. О, теперь даже не звенит, как звенело раньше. Следующий момент. Выравниваем по горизонтали. В комплекте идут вот такие вот крючочки. Что мы с ними делаем? Тут ничего особенного. Я думаю, что у нас надо будет в самой грани. Так, цепляется в плиту вот так. И потом выкручивается вот так. Все, когда все установлено, вымерено в центр. Просто зажимаем. Можно как бы дощечку сюда подставить, но я думаю, что ничего граниту не станет. Просто зажимаем от руки. Все обжато. Теперь как бы вот это вообще в самом конце нужно делать, но уже хочется прям посмотреть, как оно будет выглядеть. Когда мы все установим? Ну, это же совсем другое дело. Еще бы камфорки поставил, вообще цены не было. Но ладно, это пока мы примерочные. Осталось подключить последнее соединение. Это у нас идет просто. Включаем его сюда. Things. Пока еще не работает, но когда будет работать, ты такой нажимаешь. О, будет гореть. Вот так вот красиво будет гореть. Газ и в путь, и в люди. Последний заключительный страх, что вот это вот будет у нас на пути и будет цеплять. И не даст поставить обратно плиту. И это будет очень-очень-очень интересно. Но мы сейчас проверим. Я пока газовую эту не буду подключать. Попробуем ставить плиту. Хотя какая разница. Подключаем и смотрим. Последняя надежда на завтра, а точнее на сегодня, что вот этот вот вырез как раз таки и обойдет кругом вот то у нас соединение, и все получится. Фрутис, ответа, ем фрутис. Берегите спинку. И ноги, и руки, и все остальное. Мало помалу. Да? Береги. Зайди, пожалуйста, зайди. Ну что, есть надежда у нас? Так, цепляешь, что ли? Наверное, все-таки я уперся. Да. Да? Я больше в магазин не поеду. У нас все получится. Мы справимся. У нас нету обратного пути. Вот это вот вообще, видите? Вот так вот неправильно тогда борщат. И потом у вас газовая плита нормально не работает. В тот момент, когда видишь свет в конце туннеля, а туннель, сволочь, не заканчивается. Иди сюда, родная. Походу, я сегодня с вами намучусь. У меня сейчас ребрышки приготовятся быстрее, чем я эту плиту установлю. Ну, куда ж нам без переключения, правда? Что, момент истины. Я нанес газовую ленту, нанес сверху еще газовый тред-силант. Закручиваем. Нужно, перед тем, как я окончательно зажму, чтобы здесь я накрутил вот эту вот. Надеюсь, что у меня все получится. Пожелайте мне удачи. Потому что неудачи мне уже на сегодня хватает. Ага, да, точно получится. Смотрите, как я это рассчитал. Так, а тебе надо вверх тормашками сделать. Вот. Еще чуть-чуть. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. И все. Больше мне нельзя. Мне не нравится. Мне очень не нравится. Будет утечка. Может быть, и не будет утечки, но я рисковать так точно не буду. Жизнь и здоровье – это самое дорогое. Хотел, не хотел, походу пойду. Вы сейчас там сидите или лежите, смотрите, ржете. А мне не весело. Ну, слушайте, ничего страшного. Это же приключение. Что для кого-то неудача, для блогера контент. Ну и что, вы думаете, я буду переживать то, о чем вы сейчас обо мне думаете? Ни капельки. Ну, во-первых, не ошибается тот, кто ничего не делает. Хотя я не раз ставил эти куктап, и я когда в прошлый раз ехал в магазин, я прям думал, блин, сейчас по-любому поставлю панель, по-любому не подойдет угол. Это первое. А второе, я сегодня выиграл машину на Копарте, мне одобрили ставку, у меня мое настроение практически невозможно испортить. А еще, представляете, еще у меня впереди ребрышки, а еще я еще, когда панель закончу, я еще счастливее сам.
счастью нет предела. Ой, а что это за раздел? Такое ощущение, что я прям здесь был. Конечно, был, блин, зараза. Всего лишь час назад, а может меньше. В общем, не важно. Самое интересное, что мне все, что мне нужно, мне нужен всего лишь маленький экстеншн, чтобы он чуть-чуть выше приподнялся. Ну вот этот вот, смотрите, вот он. Нет, ошибся, не 1/4, а 3/8. 1/4 чуть-чуть замаловато, вот это вот, 3/8, чуть-чуть я удлиняю, и у меня все должно получиться, прямо вот как положено. Как думаете, сколько я еще раз поеду в магазин? Я надеюсь, на сегодня это был последний раз. Потому что больше я уже точно сегодня ничего делать не буду. Ну не то, что не буду. Просто уже на самом деле я был в той точке, где я все, подключаю и хорош. И вот именно вот этой вот детальки, маленького Razer, мне не хватило. Ну, потому что конструкция панели немножко другая, поэтому у меня не получилось. Ну, что поделаешь. И теперь третий раз финишная прямая. Берем. Все наносим по новой. Чик-чик, чик-чик. Пока Дашуля вытирает пыль, он там красоту наводит, потому что плита готовит, воздух циркулирует, а мы этим потом дышим, кушаем и все остальное. Спасибо, молодец. Вот теперь тугенько. Сказал Вова и продолжил крутить. Вот так. Я решил не покупать новую, купил еще раз эту же. Теперь я когда закручу, будет перебор, и я опять поеду в магазин. Нет, сомневаюсь. Больше такого точно быть не должно. Тра-та-та, мы везем с собой кота. А я тут делаю варочную панель. О, в этот раз намного лучше, чем в прошлый раз, когда я хотел от руки все сделать. Ну, где-то вот так нам надо. После этого у нас... Я в магазин. Да. Ну, мне скучно просто. Я поеду, поезжу, покатаюсь. Нет ума, считай, калека. Вы знаете, когда мозги не варят? Но я не расстраиваюсь. Я, наоборот, начинаю ржать еще больше. Да-да. Молодец. Вова, молодец. Без прикола поеду в магазин. Не смешно. Ну, это тебе не смешно, а мне очень приятно. Зато ребрышки за это время приготовятся, чё. Я за поездку в магазин 20 миль накатал. Накатаю. Ах, ты зараза. Не можешь купить все за это. А мне последняя запчасть осталась. Так, перед тем, как едем. Я покупаю сюда вставку. На нее закручиваем вот эту хрень. Это у меня уже есть. Это в розетку. Это крепит к контртапу. После этого заталкиваем это туда. Конечно же, если нам тут больше ничего не помешает. И все, установка закончилась. А вам нравится ездить со мной в магазин? Наверное, да. Я всегда в магазин поеду. Хочешь сама? Нет. Почему? Потому что я крашу. Ну что ты делаешь? Ну не снимай. Ну что, поехали. Джексон, поедешь? Поедешь или нет? Что ты? Хвостомутик. Хвостомутик. В тот момент, когда происходит, когда ты ставишь панель раз в полгода, раз в год, у тебя нет запчастей ходовых, которые для этого нужны. Опять 25. Блогер с комплексами неполноценности скорее бы показал вам только лишь готовый результат. Но, как я вам сказал, я не переживаю. Все, что вы обо мне думаете, и что даже я о себе думаю. Всего лишь за последней трубочкой, деталькой приехали мы сюда. Но то есть на сегодня я прям вам обещаю, на сегодня это последний раз. Какое-то чувство дежавю. А нет, это просто я туплю, езжу в магазин 1000 раз. Вот оно счастье. Был бы милый рядом. Но нам нужно всего лишь это. Не по. Может, на всякий случай длиннее взять? Ну, нам только точно не нужно. Но я возьму. Вот если в Home Depot кофе наливали, как раньше, то вообще проблем не было. Я бы даже не считал, что я в Home Depot езжу. Я бы считал, что я кофе пью. Если бы прям вообще нечего было делать, то можно было бы при сильном желании посчитать, сколько мне расхода было туда-сюда ездить в магазин. Каждый раз, когда тачку глушишь, он такой выдает. 3 мили в одну сторону, 18,6 миль на галлон я потратил. Вообще ровно 3 мили. Прикольно. Но больше на сегодня эта статистика не понадобится. А ведь нормально уже все начиналось. Так, ну что, я думаю, что все-таки мы вот это вот задействуем.
чем короткую. В короткую что-то у меня веры нет. Твой прикол? Тебе надо ехать в магазин? Ты сейчас серьезно? Чего? Хочешь со мной в магазин еще раз? Я сейчас, ну, типа, не смешно, если честно. Чего? По-моему, нормально. Ты потерял в меня веру, да? Так, ну все, еще чуть-чуть и все. Чик, вот так вот. Я так не хочу в магазин. Нет, я здесь рядом не сбегу. Я уже жрать типа хочу. И что, тебе надо плита ли это? А что мы будем есть? У нас ни одной, ни второй нету. Она, это работает. О, ну-ка. Я люблю свою жену подкалывать каждый день. Хорош. Я надеюсь, что за полчаса я справлюсь. Мне не надо в магазин. А? Мне не надо в магазин. Ты счастлива? Да. I bet. Так. Кто в меня не верил? Молодцы. А теперь молодцы те, кто в меня верил. Сейчас будет прикол, когда мне будет вставлять неудобно. Не знаю. Давайте! Победим. Вместе мы сила, которая непобедима. Так, ну я тебя уже на сегодня натаскался. Я столько жену на руках не носил. Сколько эту плиту. Кстати, у нас на очереди. Ну, у нас, у меня и у вас. Замена вот этого. Просто сегодня пришел только один appliance. А завтра придет второй. Осталось выровнять. Даша ли тут у нас все убрала. Это молодец, конечно. Мне уже не верится, что все это подходит к концу. Мы на стадии, когда плита стоит крепко. У нас тут все подсоединено. Самое главное, чтобы когда я закрыл, оно не зацепилось и не открутилось. Ну, опять же, это мы все будем контролировать. Прежде чем засовывать, давайте проверим на наличие утечек газа. Ну, на отсутствие. Их не должно быть. Поэтому собираем плиту сверху, она у нас закреплена. Там, в принципе, все готово, все подключено. Газ еще не включал. Включаем. Включено. Ну что, на газ дойдешь? Ой, все на максимум. Так, это перебор, это искра. Ох, как тут жарко, как тепло. Выключаем. Тепло. Было очень тепло. Ну все. Скажите, нифига себе у тебя проверка на утечку газа, да? Нет, на самом деле нет. Я на 15 минут оставлю и посмотрю, будет ли пахнуть газом, когда я сюда вернусь. Вообще, в идеале, надо было бы проверять мыльным раствором, но я уверен в своих силах. Вам не советую на самотек это пускать. Если вы делаете, проверяйте. А я готов вставить обратно духовочку и заканчивать этот проект. Потому что, ну, он в два раза дольше мне занял, а то и в три. Я вообще планировал за час, максимум два. Если вдруг что-то пойдет не так. Аккуратненько залазим. Проверяем, чтобы там ничего не зацепило. Потому что это наш самый главный атрибут. Фактор, вернее. Так, что там, заходишь ты у нас? Заходишь. Осталось зажать. Мы уже знаем, где и как. Тихо, тихо, не ругайся. Испугал меня, зараза. Два шурупчика стоят. Нормально, хорошо. Как-то, ну, мне вот это вот не очень недели. Ну, это панель. От нее чего ждать? Как по мне, так надо бы еще вот сюда и туда вверх. Но раз такая конструкция, лишь бы она никуда не свалила, то что, на этом мы закончили. Сейчас дошли, попробуем попросить, чтобы она помыла, как хотела. Собираем окончательно. И наконец-то этот проект закончен. Уу! А ты будешь протирать от серебра? Ой, от пятен серебра. У меня уже голова не варит вообще. Даша укусила оса, она тут просто погибает. Погибаю я. Видите, у меня рука как две руки. Ну, это у тебя организм борется с бедой. Ну что, тебе нравится ваша плита новая? Ты не можешь понять, да, пока? Ну, просто видишь, я протер как мог, но тут пятнышки. У тебя там какое-то средство было, которое там давали. Этим будешь протирать или просто пофиг, на первый раз просто составляю, потом вымажется, потом в следующий раз помоешь, как хочешь. А? Я сейчас протру. Окей. Вместе с плитой шла какая-то фигня там. Полыш, полироль. Сейчас дошел я тут. Причем я эту плиту давно засматривался, чтобы ее купить. И вот, психанул и купил. Ну шо? Дарь. Зажигаем. Как тут жарит. Нам точно нужно менять эту фигню, потому что тут огонь прям нормальный. Тут 18 тысяч BTU на центральный комфорт. У нас будет в основном, наверное, мы ей и вот этой вот будем пользоваться. Супчик, борщ, как ты сейчас мне сваришь? Смотри, как будет светиться.
Круто, да? Если, знаешь, что еще было прикольно, если бы она светилась под интенсивность. Знаешь, типа яркая-яркая. Когда все закончено, осталось всего лишь помучиться с мяском. Всего лишь-то чуть-чуть надо перекинуть и еще 5 часов готовить. Всего-то, да? Ух, но как оно будет вкусно. Пока там готовятся ребрышки, Дашуля готовит мужу ужин. Не только мужу, но и себе. А на этом видос подошел к концу. Видос был с приключениями, но веселый. Всем пока. Ну как это я вам не покажу результат? Офигенно. Даже вон Джексон хочет. Мы решили раздавить сегодня всего лишь одну косточку, а это на потом, на завтра. Хотя у нас еще вторая доготавливается.